Всем привет, и сейчас хочу показать вот это вот чудо. Вы смотрите, как он энергично так крафтит, старается, видите? Ковально. Вот это вот все он крафтит, лук может себе купить. Булавы, как он вооружает на всех. Видите? Крафтит усиленно. Теперь касательно по деревне, что у меня с ней произошло. Сейчас проходит улучшение карьера. Построили, кстати, стражевую башню. Одну. Первая у нас стоит. Не знаю, будет ли не все стоить. По улучшению карьера. Взрослым 14. 9 из 14. Да нет. Отношения. Так, касательно населения, вот тут начинается проблема. Да, пастушка, месенька, пастух, по-моему, ребенок. А, только что вот тут смотрел, был вот этот персонаж потерян, несколько потерянных. Смотрите-ка, ну... Все, население нормально. Можно прийти и осмотреться с вышки. Солдат никакого нет. Я не знаю, что на эту вышку им дает. Я от нее с ней только лук могу посмотреть. Там дальше леса. Было бы тропинку они проложили, я им помог чуть-чуть, потому что ужас. Все, я еще не вышел из креатива, починил я им рынок, много переделал. Чехлакова. Всегда можно еду перекусить, купить. Тут у нас живет семья строителя, а не Финал Одиссеус. Не тот. Видимо, родственники, а вот. Торговец. Пока что торговли нету ни с кем. Товара потока нету. Других поселений, конечно, тоже нету. И до этого не планирую отношения развивать. Крутится-вертится. Ферма. Улучшили они. Все спать побежали. Вот так более-менее внятно. У нас дом ремесленник. Ну два ремесленника они торгуют одеждой.
проект. Песчаник им нужен. Выходим из креатива. Ребятам уже вполне конкретно нужен песчаник. В общем, я пока не знаю, что здесь. Так, читерня. Так. И, по-моему, они закончились с Эдисом. Начали новое. Посмотрим на готовый карьер. Смотрите, обновили. Слышу. Песчаника. Тут у нас копает. Силы у нас, если никто не замечает. Я замечаю. Первый парень. Землекоп. Куда он стрелялся? Тройки слетели. Это там можно вырубить. Тергановская луна. Сахарская. Трейнкрафтовская. Нахер. Да, я снимал эти моды. Дай подключаем и снимемся. Отлично, да, кого увидел. Какие проекты сейчас ведутся в деревне? Ага, центральный вход улучшает оружие. Быстрый апгрейд идет, смотрите. Небольшая постройка. Вон идут. Привет, тут семья строителей, блин. А вот он, архитектор. Купелюс. Плохие у меня отношения. Дуб. Не хватает ему дуба. Помогая немножко ремонтировать деревню. РБ полностью. Восток. Ну что? А вот. Это вон тут штуковина улучшают. О, рыночная почта новая начала строиться. Вот эту штуку я не ремонтировал. Теперь... Первый, ребят, появляется рыночная площадь, нормально, обязательно. Вот она тут будет где-то. Поделюка. Что там такое бегало? Что, у них уже броня появилась? Фига себе.
то есть именно я тот человек, который немного раскирачил деревню и убивал жителей. Как нехорошо это сказалось на развитии. Кстати, я купил вот посох за создание, поэтому в скором времени я начну строительство своей деревни. Сердце ты, конечно, предпочтительно не терять. Что им сейчас надо? Дуб, шерсть, дерево. Ребята сами дуб производят. Не так строить. Уже пора заканчивать с вещами, выдаваемыми с креата. Потому что мой нормальный звуковой мир. О. Позилька. Угу. Котяра. Ужас, озвучка, ужас. Это ор. Убивать не буду. Да вот тех повыпиливать. Сильно зажравшиеся. Ёптить! Нахер! Устраивает. Эти ребята знают побольше. Выравниваю земли, чем большинство игроков Майнкрафта. Приличненько так приткнул все. Кстати говоря, стоит взять на заметку схему такую. Падла.
славе. Аккуратненько, блядь, снизу. Эй-оу. Хочу свои открывать свои рационные линии. Аккуратненько. Опа. Отлично. Вполне себе запись идет. Просадок таких мощных. Пока да нет. Уже некоторое время. Куда все побежали, оно заработало. Проблема. Оба. Рынок до утра. Так, круто. Рынок хоть постройте. Фундамент свой закладывает. По ресурсам у него все есть. Потерянных персонажей нет. Все отрезались. Торговец. Говоря, они могут делать. Кстати, освещение, наверное, сделать по дорогам. Доски начал ставить. Как круто смотреть, когда работает кто-то другой. Поселки, поселки. Подвиньте. Лить, вилла, нет, храм, византийцы, какая гора, оставляем храм, Норская деревня, священный дуб, священный дуб, ладно, оставим химии, обычная деревня, что там, юный тупок, монах, волки, Норская деревня, снег, нормально, беседка, теперь этого ничего нет. А мою надо назвать как есть Люкатос. Дом. А хотя мы там с домом что-то. Чтобы чуть покрасивее было.
земли, теперь гора. Торговать. Пока что открытые. Я так не закину сюда. Один. Эй. Потом еще копаться добавить им всяких всякого лута в торговлю. Деревня других проектов более не ведет. Опасно, кстати. Говоря. Я, кажется, понял, почему у меня тогда пропал этот ветряк. Он, по сути, стоит краюшком в ферме. И его, наверное, просто снесли при обновлении. Да, печалька. Ну, дом-то у меня за гранью, но вот это вот. Ну очень. Мост. Мост от мост. Думаю, что они его снесут. По-моему, никакая постройка не может поместиться. И не должна. Еще вот тут место. Тут. Какую-то стражевую башню сюда долбануть, блин, не снесут еще один ветряк. Правда, еще и потом на эту сторожевую башню долбану. О, базилика. Сразу закрыть. Ну, тут все уже есть. Да, но купцов ноль. Пока. Деревень там больше таких вот нету. Ой, ну хотя бы сравнимым с этими. И потом, наверное, придется выдать себе очков. Дипломатии. Кстати говоря, сколько у меня этих очков самых. Кахонева. Асти Кахонева, это что у нас? Центр дополнительных культур, колодец. Эстетика интересная. Так, ну камень подкинь потом уже. Крепило уже немного. Экспресс Маухаус. А, то не построено, да? Голова деревни. Построить, да?
Лера, вот эта тема мне одну песню напомнила. Потом ее. Пойдем, он камни притащим. Заодно я землю выкину. Гора. Так. Открыл для себя новый способ. Новый способ просто улучшения плавки. Все это окружить. Так вот. Скоро я дойду до грабителя. Как только отвлекусь от наблюдения за этими ребятами. Так. Вот так. Не замечу. Гравий, ух ты, книжные полки нужны. Это они паратеретио. Чё несу? Ещё одну башню сразу выставить. Так, книжные полки, гравий. Гравий я, конечно, могу подкинуть всем прочих ресурсов. Это то есть гравий, тут камень. Камень, идти. Сосна, стекло, шест. Ужас. Ну камень я им еще наплавлю. Вообще не вопрос. Сосны я буду так и быть. А недалеко тут растет гравия. Давай гравия сейчас закинем. Надо, наверное, у них там что-нибудь поставить. Не знаю. Выдадут мне дом. Я им построю дым. Хотя ладно, что я буду париться у себя, ковырять там что-то. Так, ну что у нас проскакало? Иди, ты стоять! Падла! Аннигилирую. Так, следующая у нас по плану дробилка. Поэтому... Да, кстати, химическая лаборатория. В этой теме можно делать порох. Эту штуку накрыть я не знаю, но куда-то нужно. Крипер Эйсис. Не знаю, что это я для криперов некий. Пластики делаются. Шарик клея. Топливные танки, ух ты, лавы можно выполнять, как круто. Так, ну, то есть патроны, карбоны. По ходу вопроса с лавой будет стоять остро так.
Судил танк. Древесина. Что из древесины у нас эта фигня выделяется? И вода. Опа-на. Как дешево. Вода ветро, но вполне себе. Так, назад. Неплохо, неплохо. Оба-на. И мы еще кожу можем делать. Офигеть, как круто. Дерган добавляет, конечно, много всяких мелких заменителей. Ладно, на этом, пожалуй, все. В следующий раз уже когда что-нибудь поменяется. Все, спасибо, всем пока.